любой мусор, что есть, где бумаги, мелкие веточки. Эта экологическая акция – одно из мероприятий в рамках наказов избирателей 3-го округа, где депутатом является Чимит Бальжинимаев. Где-то около 50 человек молодежи. Но у нас это не единственный субботник. У нас весенние субботники проводились. На улице Клыпина мы убрали улицу. Мы покрасили бордюры. Также бордюры окрашивались в районе элеватора. Уложили асфальты на улице Клыпина 24-24П. Мы очистили ливневки. Но работаем с населением. Десант чистоты на этот раз работает на элеваторе. Молодые ребята из Российского союза молодежи, а также школьники, решили навести порядок в сквере на улице Красноармейской, возле 51-й школы и на улице Революции. Сегодня наше мероприятие называется «Все в наших руках». С нами взаимодействуют учащиеся старших классов 51-й школы, за что мы им благодарны. Вот мы сегодня, как просто народе говорят, очищаем легкие элеваторы. Это добровольческая волонтерская деятельность. За это мы им часы проставим там в программе и в волонтерскую книжку им все это пойдет. Район элеватора достаточно оживленный, хотя мусор здесь оставляют не только мимо проходящие, но и местные. Мы живем в этом дворе, у нас мусорок достаточно, но тем не менее. После кампаний молодых людей и бутылки, и пакеты от чипсов. Но это не решение проблемы. Это зависит от каждого из нас. Волонтеры это отлично. Почему они убирают за всеми остальными мусор? Работа на округе ведется круглогодично. После дождливого лета засыпали промоины, ямы и очистили ливневки. А чтобы вода не попадала во дворы, соорудили защитные валики. Ну а если вы хотите попасть в ряды добровольцев, заходите на сайт добро.ру и оставляйте заявку на участие. 3, 4. Все в наших руках! Юлия Пермякова, Вячеслав Батоев. Новости дня.